Котейка, давай представляем. Давай угадаем вместе, какая из машин гладко раскатает и утрамбует асфальт. Замечательно! Ты угадал! Это асфальтовый каток. А какую машинку ты позовешь, если случится пожар? Все верно! Звать на помощь при пожаре нужно пожарную машину. Что за машина перевозит бетонный раствор? Правильно, это бетономешалка. Как ты думаешь, какая техника справится с тем, чтобы расколоть камень на мелкие кусочки? Отлично! Это гидравлический молот. Давай посмотрим на него в работе. Машинка на какой картинке поможет человеку взобраться на самый верх, например, чтобы починить фонари? Ты умница! Конечно же, это автовышка! Теперь ты точно угадаешь, где спряталась машинка, которая может выкопать глубокую яму. Так держать, молодец! Это экскаватор-погрузчик. Какая из машин заливает дорогу гудроном перед тем, как кладут асфальт? Победа! Это гудронатор! Смотри, как он умеет! Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео.